Кэши. Это мюзикл, который родился на Бродвее, в Нью-Йорке, в Америке. Но тема-то, тема, это же про нас, да? Про еврейское местечко, еврейскую семью. И вы знаете, этот мюзикл считается мюзиклом номер один по популярности во всем мире. И это не просто фраза, это так и есть. Но мы все-таки, когда поехали в Японию, Юля и я, по приглашению наших друзей, мы там были уже где-то 8 раз, представляете? Они приезжают уже сюда четвертый раз, мы тоже их приглашаем раз в год. И мы в Японии все-таки засомневались, что скрипач на крыше популярен также и в Японии. Но, как оказалось, это мюзикл номер один в Японии. Вы можете себе такое представить? И тогда я спросил наших друзей, ну хорошо, а певцы в мюзиклы и все актеры, они что, японцы? Да. А на каком языке? Ну, на японском, конечно. Итак, тема из мюзикла «Скрипач на крыше» на японском языке. Всего мира, чтобы опять
прийти и застроить, и заселить землю обетованную. Это просто удивительно. И вы знаете, 2000 лет наш Господь, Бог Израиля, Он был тем самым одиноким пастухом, потому что земля была пустой. И вот сейчас мы возвращаемся, и вот эту мелодию мы хотим исполнить как радостную песнь того и молитву, чтобы наш Господь больше никогда не был одиноким пастухом, чтобы мы оставались на этой земле всегда во славу всему миру. Правильно я говорю или нет? Ну так скажите, да, так и надо. Все уже. Никуда уже уходить не будем. Мы здесь. И вот замечательная мелодия. Thank you.
немножко расскажу вам о том, как мы встретились вообще, как мы познакомились с этими замечательными ребятами. Итак, Исаку Фуджита, сопран, пианист и композитор, он учился в Израиле 10 лет. Учился композиции музыкальной, учился игре на фортепиано. И уже 20 лет, как он закончил учебу и живет уже в Японии, может быть, даже больше. И что интересно, ну, это я позже расскажу. Есть один момент интересный. Но он периодически возвращается, потому что не может расстаться с нашей страной, с нашей землей. Чувствует, что он часть этой страны. Потому что, в общем-то, свою молодость, где-то начиная, может быть, с 16 лет, он уже был здесь, и 10 лет все-таки это период. Итак, он возвращался в Израиль, записывал музыку в еврейском стиле. И один день в 2006 году он записывал диск, и ему нужен был скрипач. И кто-то сказал, ну, есть скрипач, который немножко в классической манере играет, и так, и еврейские мелодии. Это оказался я. Я пришел туда, и мне сразу очень понравились мелодии Исаку, а ему понравилось мое отношение к его мелодиям. И с тех пор наша дружба продолжается, и мы уже, Юля и я, по их приглашению были 8 раз в Израиле, в Японии, а мы их приглашаем сюда. Итак, сейчас мы исполним очень прекрасную мелодию, которую написал Исаку. И я хочу еще вот что вам сказать. Знаете, был период 90-х годов, как раз когда он здесь учился, Саддам Хусейн на нас ракеты посылал. Слышали об этом? В Рамадган. И вы знаете, все израильтяне ему говорили, давай, уезжай, ты что? Здесь себе сейчас, он как раз жил в центре. А он не чувствовал, что он должен уехать. И он сказал, ну ладно, если я семье позвоню, если они как-то будут сильно переживать, то я должен буду ехать, не хочу, чтобы моя семья переживала, но сам он уезжать не хотел. И он позвонил своим родителям и сказал им, что вот так и так. Они спросили, ты любишь эту страну? Он говорит, да, Израиль люблю. Но как же ты можешь уехать оттуда, как раз, когда трудные времена? Ты должен там остаться и быть с народом. Это родители его сказали. И, конечно же, он остался. И он в один прекрасный день отправился на Кинерет. Знаете такое место? И вот, вы знаете, с этим местом, Кинерет, с этим озером, с этим морем, есть удивительная история. Обычно наша человеческая история – это сплошные войны, правда? Мы когда историю учили, Наполеоны, все вот эти даты, эти захватили тех, те захватили этих. Но вы знаете, у Кинерет тоже есть история. И это история не войны, это история любви, это история чудес. История, которую ценят народы всего мира. Итак, Исаку, пианист, наш композитор, он настаивает, чтобы в Израиле мы называли его только Ицхак. Поэтому сейчас я называю его Ицхак. Он поехал на Кинерет увидеть восход солнца. И он увидел и написал там замечательную мелодию, которую назвал Кинерет. Итак, мы слушаем мелодию. Обратите внимание на экран, потому что мы тоже будем наблюдать восход солнца на Кинерет. Oh,
Спасибо большое. Вы знаете, я не слышал, что вы говорите.